Мечтаешь о сильной команде? Покупай монеты на 15-ю и 14-ю FIFA у Крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Здорово, друзья, с вами Локи, и мы возвращаемся в Ultimate Team, режим футботом, где мы идем с вами по дивизионам и пытаемся добраться до вершины. Играем мы вот такой вот слабенькой командой, и сейчас, я думаю, вначале мы поставим Артегу, нового нашего голкипера. Хирваген был весьма-весьма неплох многие матчи, но нужно двигаться дальше, нужно улучшать состав потихоньку, и мы это будем делать. Давайте посмотрим, сколько же у нас сейчас очков. Итак, у нас сейчас 7 очков, осталось у нас 5 игр, и прогнозируемые это 12 очков, вот такие вот дела. Ну что ж, 9-й дивизион, следующий матч, давайте искать соперника. Нашли мы соперника, рейтинг 64, сыгранный 42, видимо, парень тоже только-только начинает свое похождение в мире Ultimate Team, ну... Посмотрим, может быть, это какой-то загадочный состав, который сейчас будет рвать и метать. Также, друзья, у меня главный вопрос для всех тех, кто смотрит меня на втором канале, по поводу карьеры за игрока. Как бы вы хотели, чтобы я играл за своего футболиста созданного или же выбрал какого-то парня из команды? Так что пишите в комментариях. А там уже будет видно. Майер хорошо развернулся. Козе, Майер с мячом. Долго. Вот это опасно. И 1-0. Вот о чем я и говорю. О чем я и говорю, друзья. Первый выход соперника и 1-0. Пора собраться. Пора собраться и наказывать. Ну из офсайда, ну почему так? Вообще я прокидывал на футболиста, который был гораздо ближе. И не в офсайде, вот что главное. И здесь мяч не проходит. Да что ты будешь делать? Майер! Ну вот он гол. Здесь Майер сделал все сам. Принял, подработал, и причем как изящно он обыграл и пробил. 1-1. 27-я минута. Ой-ой-ой. И повезло, что не забивает. Вот так легко через все поле прошел пас. Майер, хороший заброс. Очень хороший заброс. Фендрич! Ну, пенальти. Врывался Фендрич. В штрафную, но... Сон Хуйо решил не пускать его туда. И хороший шанс в раздевалку. Забить сопернику. Майер у мяча. Разбег. Удар. Гол. Вот так вот, Майер. 2-1. И проигрывая, мы смогли выйти вперед. Патрик Майер, это лучший бомбардир нашей команды. Козе. И только... Аут! Вот это да! Редко мяч попадает во флажок на углу поля. Но здесь вратарь-то молодец. И как? Как ты не попал? Какой моментище! Козе! Майер! Три! Хэт-трик Майера! Хэт-трик Майера на 60-й минуте, и здесь он пробил, и Козе, посмотрите, какой пас выдал. Здесь он пробил прям
между ног голкиперу, и мяч залетел в ворота. Фандрич, красавчик. Не все еще закончилось. 3-2. Здесь, конечно, наша защита облажалась просто. Вот здесь вот защитник сместил, а потом просто вытолкнул и отдал мяч. 3-2. Тем интересней. Ну давайте, 3. Втроем бегут наши парни. И забивают. Четыре два. Очень результативная игра сегодня, даже... Ну, хотя в последнее время в футболе много голов сейчас забивают. Это раньше считалось, что крупный счет в футболе — это уже ближе к хоккейному, а сейчас уже... Бывает, в хоккее меньше забивают. Вот это опасно. И гол. Соперник не собирает сдаваться. Надо забивать пятый. Эх, рикошет от защитника. И вратарь быстро вбрасывает мяч. Вот это голец! 4-4, что ж ты будешь делать-то? У него этот парень просто безумец какой-то. Посмотрите, как он за... Он ушел на последней минуте. И просто красивейший гол. Счет 4-4, вот так вот. Соперник смог заколотить нам голы. Но здесь, конечно, знаете, вот... Многое решает именно скорость твоего нападающего, каким бы он ни был. Потому что вот этот Руднес, или как его там, он пока что, мне кажется, он лучший игрок, да. Руднес. Он просто дикий парень, к концу он давал жару. Нашло второго соперника, друзья, и рейтинг 76, сыгранность 65, уже такой вот полусобранный составчик, но у него есть Неймар арендованный, есть Абамиянг и Гуаин в нападении, и, собственно, весьма интересный состав, хоть и не полностью такой вот прям супер рарный золотой. Перекладина! С такой высокой свечки все-таки смогли создать опасность у ворот соперника. Ох, как повезло, штанга. Ну, а это Неймар, не знаю. Попытался, но... Первый тайм закончен, друзья. 0-0. Пока что перекладина и штанга. В исполнении обеих команд. Переходим ко второму тайму. Неймар с мячом. Удар поворотом мимо. Опасно, опасно. Все пытается найти... Соперник, вот эти какие-то мелкие погрешности в нашей игре. И наказать за это, но пока справляемся. Почему мяч все время ему отскакивает? Абамиянг. И гол. Вот так вот. Казалось, уже далеко укатился мяч, но нет, в самый угол попадают.
И на 75-й мы проигрываем. На 1-0 есть еще время, конечно, но... Сегодня наши удары вообще не хотят лететь в створ ворот. А если летят, то попадают в перекладину. Ну что ж. Красиво забил. До последнего здесь все бежали. И прям в самый уголок попал вратарь без шансов. Такой было не вытащить, мне кажется. Ну хотя, знаете, он просто не ожидал, что мяч так попадет в угол. Майер! Ну опять выше. Ну что ж ты будешь делать-то сегодня? Почему вы не можете просто взять и забить? Просто попасть в ворота. Столько моментов. Артега. Вот это момент. И это 2-0. Ну да, пропустили мы глупый гол. Неточный пас получил наш игрок от вратаря. Точнее, он его даже не получил. Ну и здесь в пустые ворота парень попадает. Не пошло с самого начала как-то вторая игра. Майер. Куда, вот куда эти пасы? Я не понимаю, такое чувство, как будто они вообще просто между собой перепасовываются, и ты даешь в одну сторону, он делает пас совершенно в другую, и все. Все, проиграли мы второй матч. И всего лишь одно очко зарабатываем в этом дивизионе. Я надеюсь на вашу поддержку, друзья, в виде лайков. Мы будем еще пробовать и стараться. Так что всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока.